Уралы и тигры впечатлили парней. Новейшие образцы боевых машин и оружия сегодня показали воспитанникам Сибирского кадетского корпуса. Ученики профильного класса Росгвардии и те, кто через пару лет пополнит ряды подразделения правопорядка, побывали на экскурсии в одной из воинских частей нашего региона. Юноши приняли торжественную клятву, узнали, что ждет их на службе, познакомились с бытом рядовых и офицеров, также побывали в казармах и в солдатской столовой.